Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре на очередной разборке 85-го года Chevrolet Camaro. Этот Chevrolet Camaro был сделан для того, чтобы просто гонять по черному. Он заднеприводный, движок спереди. Сейчас посмотрим. Эта машина не разбирается. Вот здесь даже надпись поставили на крыше. Она продается как есть. За сколько, не знаю. Надо торговаться. Вау, ничего себе. Вот это дело. Все здесь за двигатель. А здесь 2,8 мотор. 2,8 литра всего лишь. Это маленький мотор для Camaro. Очень маленький. Четырехцилиндровый. Вау, ничего себе. Ну ладно, пошли в салоне посмотрим. Прикольная тачка. Ладно, что все на электронике. Сиденье, все вот это электрическое. Все электрическое. Один прикол. Стекло вручную. Вот это не пойму. В американской логике. Все электро, кроме стекла. Вот. Типа четырехместная. Что еще здесь лежит? Что-то от бывшего хозяина, наверное. Кладные. Ну, прямо вот здесь лимитированная. Ничего нету лишнего. Контроль. Это обдул. То все. Hot, cold. Кондиционера, конечно, нету. Вот. Но в принципе машинка с виду ничего такая. Конечно, восстанавливать никто ее не будет. Никому она не надо. Она не настолько старая, чтобы ее восстанавливать. Шикарные вот колеса на ней стоят. Прям все четыре. Зимняя такая, тракторная. Вот. Видно, ее кто-то пытался восстановить. Она была синяя в оригинальном цвете. Вот. Ну, походу, понял, что нету смысла, она ничего не стоит. И решил не восстанавливать. И я с ним полностью согласен. Чисто так, по приколу купил бы. И все, ничего. Ничего особенного. Ладно, ребятки. Всем спасибо, что посмотрели мое видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. И до следующих роликов. Всем пока.